А вслед за этим всю ночь до утра дежурил на Успенской площади. Отец Иоанн благословил мне исполнять особое правило Иисусовой молитвы, стараться занять ею ум и сердце и отбросить все посторонние мысли, даже весьма правильные и похвальные. Удивительно, но если человек уединяется в молитве и при этом сколько может ограничивает себя в еде, сне и общении с людьми, если не допускает в ум праздных мыслей, а в сердце страстных чувств, то очень скоро обнаруживает, что в мире, кроме него и других людей, присутствует еще кто-то. И этот кто-то терпеливо ждет, не обратим ли мы на него внимания в нашей бесконечной гонке по жизни. Именно терпеливо ждет, потому что Бог никогда и никому не навязывает своего общества. И если человек продолжает правильно молиться, тут надо обязательно подчеркнуть «правильно», то есть не самочинно, а под началом опытного руководителя, то перед его духовным взором открываются поразительные явления и картины. Святитель Игнатий Брянчанинов пишет: «Силы и время употреби на стяжание молитвы, священнодействующей во внутренней клете. Там, в тебе самом, откроет молитва зрелище, которое привлечет к себе все твое внимание. Она доставит тебе познания, которых мир вместить не может, о существовании которых он не имеет даже понятия. Там, в глубине сердца, ты увидишь падение человечества». Ты увидишь душу твою, убитую грехом, увидишь многие другие таинства, сокровенные от мира и от сынов мира. Когда откроется это зрелище, прикуются к нему твои взоры. Ты охладеешь ко всему временному и тленному, которому сочувствовал доселе. Ночь быстро проходила за назначенной отцом Иоанном молитвой и чтением псалтири. А когда ум начинал скучать и отвлекаться, я принимался класть поклоны у входа в пещеры. При этом я как мог пытался поститься. Но есть очень хотелось. Поэтому я решил придумать такую трапезу, которую уж точно не возбуждала бы аппетита. Поразмыслив, я остановился на просфорах, размоченных в святой воде. Это было мое собственное аскетическое изобретение. Блюдо получилось очень благочестивое, но ужасно невкусное, скользкое и пресное. Но мне того и надо было. После небольшой тарелочки этого кушанья есть больше не хотелось. Отец Иоанн улыбнулся моей выдумке, но возражать не стал. Только строго наказал почаще приходить на исповедь и рассказывать все, что произошло за день. А происшествия действительно начались. Со второго или с третьего дня я почувствовал, что почти не хочу спать. Точнее, для сна мне хватало 4 часов. Обычный общительный мой нрав тоже куда-то пропал. Хотелось побольше бывать одному. Потом один за другим стали вспоминаться похороненные в памяти грехи, давно забытые случаи из жизни. Закончив дежурство, я бежал на исповедь. Удивительно, но от этих горьких открытий на сердце становилось хоть и печально, но непередаваемо мирно и легко. Через неделю такой жизни произошло нечто еще более странное. Когда ночью, заскучав от долгих молитв, я клал поклон у входа в пещеры, позади меня вдруг раздался такой грохот, будто с неба обрушились 1000 громыхающих листов железа. От ужаса я замер на месте. А когда решился обернуться, то увидел все ту же спокойную в лунном свете площадь монастыря. До утра я умирал от страха, не отходил от пещер и молился святым угодникам, всякую минуту ожидая, что ужасный грохот повторится. На рассвете в 4 часа из своей пещерной кельи на площадь, как обычно, вышел отец Серафим. Я бросился к нему и, запинаясь от волнения, поведал о том, что со мной случилось. Отец Серафим только махнул рукой и усмехнулся, не обращая внимания. Это бесы. И, по-хозяйски оглядев монастырь, ушел к себе. Ничего себе! Не обращая внимания. Весь остаток дежурства я провел, дрожа, как осиновый лист. Но еще более поразительный случай произошел на следующий день. Вечером я заступил на дежурство на Успенской площади и уже привычно начал читать про себя Иисусову молитву.
Скоро я увидел, что ко мне идет наш послушник, Пашка Чуваш, известный хулиган, которого родители после армии отправили на перевоспитание в монастырь. Я загрустил, потому что Пашка направлялся ко мне с явным желанием о чем-то поговорить, а этого мне сейчас совсем не хотелось. И вдруг, где-то внутри себя, я отчетливо услышал Пашин голос. Он задал мне вопрос, касавшийся очень важного дела, с которым Павел направлялся ко мне. И сразу опять же внутри себя я услышал ответ на его вопрос и понял, что именно это мне и нужно растолковать Павлу. Голос Павла не соглашался и возражал. Другой голос терпеливо переубеждал его, подводя к правильной мысли. Таким образом, длинный, по крайней мере, в несколько минут диалог за одно мгновение промелькнул у меня в голове. Пашка подошел, и я почти не удивился, когда он задал именно тот вопрос, который я уже слышал. Я отвечал ему словами, которые пронеслись в моем сознании за минуту до этого. Наш диалог продолжался именно так, слово в слово, как он только что прозвучал в моей душе. Это было потрясающе. Наутро я бросился к отцу Иоанну и спросил, что со мной было. Отец Иоанн ответил, что Господь по милости своей дал мне краешком глаза заглянуть в духовный мир, который скрыт от нас, людей. Для меня было ясно, что произошло это по молитвам отца Иоанна. А батюшка, строго наказав, чтобы я не возносился, предупредил, что это новое состояние скоро пройдет. «Чтобы постоянно пребывать в нем, — объяснил он, — необходим настоящий подвиг, в самом прямом смысле слова. Какой? Каждый по-своему пытается сохранить эту загадочную связь с Богом. Кто как может. Миру кажутся безумными, несуразными, анекдотичными истинные подвижники духа, которые зачем-то уходят от людей в непроходимые пустыни, залезают на столпы, становятся юродивыми, годами стоят на коленях на камне, не спят, не пьют, не едят, подставляют оскорбляющим другую щеку, любят врагов, вменяют себя ни во что. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, говорит о них апостол Павел. В заключение отец Иоанн еще раз сказал, чтобы я не печалился, когда очень скоро это состояние уйдет, но всегда помнил о произошедшем. В истинности слов отца Иоанна я убедился уже на следующий день. Несмотря на громадное впечатление, которое не оставляло меня после удивительной беседы с Павлом, я вскоре как-то рассеялся мыслями, чего-то лишнего в трапезной поел, с кем-то немного поговорил, что-то нечистое допустил до сердца. И вот это несравнимое ни с чем ощущение близости Бога неприметно растаяло. А я остался с тем, что выбрало мое сластолюбивое и грешное сердце, со своим любимым гороховым супом, увлекательной болтовней с моими замечательными друзьями, самыми разнообразными интересными мыслями и мечтами. Со всем этим, но только без него. Это было так горько, что у меня в душе сложилось стихотворение. «Мне грустно и легко, печаль моя светла, печаль моя полна тобою, тобой, одним тобой». Потом я спохватился, что вроде бы кто-то другой уже написал эти замечательные строки. Лысый Пашка Чуваш через несколько лет ушел из монастыря, и его убили где-то в Чебоксарах. Царство ему небесное. Из остальных моих друзей, тогдашних печерских послушников, немногие остались на монашеском пути. О том, как мы уходили в монастырь. Вообще-то в монастырь мы в начале 80-х годов не уходили, а сбегали. Думаю, нас считали немножко сумасшедшими. А иногда и не немножко. За нами приезжали несчастные родители, безутешные невесты, разгневанные профессора институтов, в которых мы учились. За одним монахом, а он сбежал уже, выйдя на пенсию и вырастив до совершеннолетия последнего из своих детей, приезжали сыновья и дочери. Они орали на весь монастырь, что сейчас же увезут папочку домой. Мы прятали его за огромными корзинами в старом каретном сарае. Дети уверяли, что их отец, заслуженный шахтер, выжил из ума.
А он просто на протяжении 30 лет день и ночь мечтал, когда сможет начать подвязаться в монастыре. Мы его прекрасно понимали, потому что и сами бежали из ставшего бессмысленным мира искать вдруг открывшегося нам Бога, почти так же, как мальчишки убегали юнгами на корабли и устремлялись в далекое плавание. Только зов Бога был несравненно сильнее. Преодолеть его мы не могли, точнее, безошибочно чувствовали, что если не откликнемся на этот зов, не оставим всего и не пойдем за ним, то безвозвратно потеряем себя. И даже если получим весь остальной мир со всеми его радостями и утехами, он нам будет не нужен и не мил. Конечно, было страшно жаль в первую очередь растерянных перед нашей твердостью ничего не понимающих родителей, потом друзей и подруг, наших любимых институтских профессоров, которые, не жалея времени и сил, приезжали в Печоры спасать нас. Мы жизнь готовы были за них отдать, но не монастырь. Нашим близким все это казалось диким и совершенно необъяснимым. Помню, я уже несколько месяцев жил в монастыре, когда сюда приехал Саша Швецов. Было воскресенье, единственный свободный день на неделе. После чудесной воскресной службы и монастырского обеда мы, молодые послушники, лежали, блаженно растянувшись на кроватях в нашей большой и солнечной послушнической келье. Вдруг дверь распахнулась, и на пороге появился высокий парень, наш ровесник, лет 22, в фирменных джинсах и дорогущей куртке. «А мне здесь нравится», — заявил он нам, даже не поздоровавшись. «Я здесь останусь». «А вот поставят тебя завтра на коровник или канализацию выгребать, тогда посмотрим, останешься ты или нет», — позевывая, подумал я. Наверное, примерно то же пришло в голову всем, кто вместе со мной разглядывал эту столичную штучку, залетевшую в древний монастырь. Саша оказался сыном торгпредского работника, жил с родителями в Пекине, Лондоне и Нью-Йорке и только недавно вернулся в Россию учиться в институте. О Боге он узнал с полгода назад, немногое, но самое главное. И, видно, по-настоящему узнал. Потому что с того времени стал мучиться от полной бессмысленности своей жизни и неприкаянности, пока не набрел на монастырь. Сразу оценив, что нашел как раз то, что искал, он даже не стал сообщать о своем новом месте обитания родителям. Когда мы упрекнули Александра в жестокости, он успокоил нас, сказав, что «батя по-всякому скоро меня отыщет». Так и случилось. Сашин папа приехал в Печоры на Черной Волге и устроил показательный скандал с участием милиции и КГБ, с привлечением школьных друзей и институтских подруг, со всеми привычными для нас инструментами по вызволению из монастыря. Продолжалось это довольно долго, пока отец в ужасе не убедился, что все напрасно, и Сашка никуда отсюда не уйдет. Казначей архимандрит Нафанаил, пытаясь хоть как-то утешить московского гостя, ласково сказал ему: «Ну вот, отдадите своего сыночка в жертву Богу, станет он печерским еромонахом, еще будете им гордиться». Помню, какой дикий вопль огласил тогда монастырь. «Никогда!» — это орал Сашкин папа. Он просто еще не знал, что отец Нафанаил был прозорливым, а то не стал бы так нервничать. Сашка действительно сейчас еромонах, причем единственный из всех нас, бывших в день его первого приезда в послушнической келье, кто остался служить в Псково-Печерском монастыре. А Сашин папа, Александр Михайлович, через 10 лет стал работать со мной в Москве, в Донском монастыре, а потом и в Сретенском, заведующем книжным складом. На этой церковной должности, став самым искренним молитвенником и искателем Бога, он и отошел ко Господу. Про наших ровесников из пролога. В монастырской библиотеке я как-то нашел огромную, старинную на церковнославянском языке книгу под названием «Пролог». В ней оказались собраны множество поучений и историй из жизни христиан, начиная с евангельских времен и века до 18-го. Составлялась эта книга постепенно, больше тысячи лет, и была предназначена для ежедневного чтения в храме и дома.
В VI веке в Константинополе, громадном городе, лежащем у вод Босфора, с самыми прекрасными на земле храмами, дворцами и домами из белоснежного мрамора, жили в царствовании императора Юстиниана два молодых человека и одна девушка. Дети богатых патрициев, образованные, веселые, они дружили с ранних лет. Родители девушки и одного из юношей еще при рождении своих детей уговорились, что их мальчик и девочка в будущем обязательно станут мужем и женой. Настало время, и счастливая пара обвенчалась. Их друг был шафером на свадьбе и тоже ликовал за своих друзей. Казалось, что ничто не предвещало несчастья, но через год после свадьбы молодой муж внезапно умер. Когда миновали 40 дней положенного траура, в дом к юной вдове пришел ее друг. Он преклонил перед ней колено и сказал: «Госпожа, теперь, когда дни сугубой скорби позади, я не могу не открыть тебе того, о чем раньше не решался и намекнуть. Я люблю тебя с тех самых пор, как себя помню. День, когда я узнал, что твои родители и родители нашего покойного друга намереваются сочетать вас браком, был самым страшным в моей жизни. С тех пор я даже в мыслях не дерзал мечтать о своем счастье. Ты знаешь, как искренне я любил твоего мужа и моего друга. Но вот произошло то, что произошло, и сейчас я не могу не сказать, что мои чувства стали еще сильнее, и я умоляю тебя стать моей женой». Молодая женщина задумалась и сказала: «Что ж, такие решения надо принимать после долгих молитв и поста. Возвращайся ко мне через 10 дней, но все это время ничего не вкушай, пей только воду. Через 10 дней я дам тебе ответ». Ровно в назначенный срок юноша снова был в доме своей возлюбленной. Только теперь слуги внесли его на носилках, так он ослабел от поста. В просторной зале он увидел с одной стороны накрытый стол, ломящийся от яств, а с другой – роскошное, разобранное ложе. «Ну что ж, господин, — обратилась к нему хозяйка, — с чего мы начнем?» И она вопросительно указала ему на стол, а потом на ложе. «Госпожа, — вымолвил молодой человек, — прости, но я должен сначала подкрепиться». «Вот видишь, — сказала мудрая молодая женщина, — как быстро ты готов променять меня на другую страсть. И в этом весь человек. Я тоже должна признаться, что давно люблю тебя, но, зная желание родителей, я не нарушила послушание и стала супругой нашего с тобой друга. Его смерть очень многое открыла для меня. Как оказывается, в нашей жизни все изменчиво и мимолетно. Что же мы предпочтем с тобой сегодня? Служить временному миру или вечному Богу?» Они уселись за праздничную трапезу и здесь же приняли решение раздать свои имения нищим и следовать за Христом, каждый в своем монастыре. Отец Гавриил. Безраздельным владыкой и хозяином Псково-Печерского монастыря в те годы был наместник архимандрит Гавриил.
О его крутом нраве в церковных кругах до сих пор ходят легенды. А ведь прошло больше 20 лет с тех пор, как он покинул Печоры и стал епископом на Дальнем Востоке. Мне рассказывал келарь Псково-Печерского монастыря игумен Анастасий. Однажды, в конце 70-х годов, на псковском рынке, куда отец Анастасий обычно приезжал закупать продукты, к нему подошли двое военных. Они сообщили, что присланы препроводить его, гражданина Попова Алексея Ивановича, так звали отца Анастасия в миру, в городской военкомат. Там священнику объявили, что приказом военного комиссара его, как военнообязанного, призывают в армию на переподготовку сроком на 6 месяцев. С сегодняшнего дня. Обескураженного и расстроенного отца Анастасия посадили в каком-то кабинете и велели заполнять анкеты. Вскоре в комнате появился человек в штатском. Он подсел к отцу Анастасию, предъявил ему удостоверение офицера КГБ и без обиняков принялся склонять батюшку к сотрудничеству в обмен на отмену длительной поездки в военные лагеря. Расчет был простой. Человек, ошеломленный новостью, что его надолго вырывают из привычной жизни, окажется сговорчивее. Больше 3 часов отец Анастасий как мог отбивался от уговоров и угроз. Беседа могла бы продолжаться и дольше, но неожиданно в коридоре послышались крики, чьи-то решительные шаги, и в кабинет без стука ворвался наместник Псково-Печерского монастыря архимандрит Гавриил. Громадный, в роскошной греческой рясе с огромной черной бородой и с настоятельским посохом, он был вне себя от ярости. Офицер было вскочил, но отец-наместник так свирепо рыкнул на него, что тот окоченел от ужаса. Схватив отца Анастасия за шиворот, словно Карабас-Барабас какого-нибудь Пьеро, отец-наместник потащил его вон из военкомата. При этом он направо и налево грозил всем, кто попадался ему на пути, самыми страшными карами. Как наместник узнал, что его келарь находится в военкомате, осталось неизвестным. И хотя за этим последовал такой скандал, что отцу-наместнику пришлось даже ездить улаживать дело в Москву, но в результате отец Анастасий ни на какие военные сборы отправлен не был, и впредь его чекисты не беспокоили. С наместником отцом Гавриилом, так же, как и с его предшественником, великим наместником, архимандритом Алипием, псковские, а уж тем более районные печорские власти считались всерьез. Такое отношение само по себе было уникальным в советские годы. Архимандрит Гаврил вел себя с власть придержащими, конечно, не вызывающе, но в особых случаях не слишком церемонился. Он сумел поставить дело так, что один в монастыре отвечал за лояльность к власти и не допускал даже попыток со стороны сотрудников органов безопасности установить с кем-то еще свои специфические контакты. Как ему удавалось прикрывать собой всю остальную братью, его дело. Во всяком случае, мы и сегодня, спустя много лет, благодарны ему за это. Мы, послушники, боялись отца-наместника пуще смерти, да и осуждали его крепко грешным делом, и немало удивлялись, как благодушно относятся к нему старцы. К отцу Иоанну Крестьянкину год от года приезжало все больше людей со всей страны. Порой они жили в Печорах по несколько дней, дожидаясь приема у старца. Очередь к батюшке у братского корпуса выстраивалась с раннего утра до позднего вечера. Это не могло не встревожить соответствующие органы, надзиравшие за монастырем. Давление на наместника, по всей видимости, было оказано нешуточное. Однажды к мирно стоящей у братского корпуса толпе паломников вдруг подлетел отец Гавриил. Он наорал на несчастных перепуганных людей и как коршун разогнал всех, да еще вызвал плотника и велел заколотить дверь в комнату, где отец Иоанн принимал народ. Несколько дней в Печорах только и говорили о том, что наместник заодно с властями не пускает народ Божий к старцам. Лишь сам отец Иоанн, которому от наместника досталось больше всех, был безмятежен. Да еще и нас успокаивал. «Ничего, ничего, я делаю свое дело, а отец-наместник свое». И действительно, дня через 3 тот же монах-плотник, который по приказу наместника заколачивал дверь, вновь явился со своим ящиком, аккуратно выдернул гвозди, и отец Иоанн продолжил принимать народ, как и прежде. Или вспомнить, например, самое прискорбное на моей памяти событие в монастыре,
когда из обители ушли сразу 10 монахов. Они написали патриарху письмо, в котором заявили, что покидают монастырь в знак протеста против грубого, деспотичного поведения наместника и требовали незамедлительно удалить архимандрита Гавриила из обители. Все эти монахи были в основном замечательные молодые люди. Они поселились в печорах, в домах прихожан и стали ждать ответа на свое послание. Для наместника уход братьев стал настоящим потрясением. Думаю, он понял, что сильно переборщил с властным и жестким управлением. Во всяком случае, неприступный печерский наместник отправился в город на поиски монахов. Не без труда он разыскал их, просил у них прощения, уговаривал вернуться в обитель. Но монахи оставались непреклонны. Они требовали лишь одного. Наместник должен быть удален из монастыря. Вскоре в Печоры прибыла высокая комиссия из патриархии с указом о снятии архимандрита Гавриила с должности. Престарелый псковский владыка митрополит Иоанн созвал монастырский собор. Вся братия собралась в трапезной, и архиерей, приехавший из Москвы, поставил вопрос об отношении к наместнику. Повисло тягостное молчание. И тогда первым слово попросил казначей архимандрит Нафанаил. Он зачитал написанное им обращение к патриарху с просьбой оставить наместника в обители. Московский архиерей удивился, но спросил, не хочет ли кто-нибудь еще подписать это послание. Снова повисло молчание. И вдруг с места поднялся самый почитаемый в обители старец архимандрит Серафим. «Где подписывать?» Как всегда кратко спросил он. Подошел и поставил свою подпись. За ним подписали духовники и остальные монахи. Несколько монахов воздержались. Эта история о так называемой «десятке ушедшей братьев» еще долго с горечью вспоминалась в обители. Особенно тяжело было в первые дни после их ухода, когда на братской трапезе за столом зияли пустующие места. Через много лет один из членов этой десятки, иеромонах Антоний, сам ставший наместником Герасима Болдинского монастыря, так говорил, обращаясь к своей не всегда усердной братии. Монолог этот был напечатан в одной православной газете. «Нет на вас наместника Гавриила. Надо бы вам Гавриила хотя бы на месяц. Вы бы узнали, что такое монастырь. Владыка Гавриил не жадный, добрейший человек, любил дарить подарки, принимать гостей, но характер у него жесткий. И еще, владыка Гавриил — человек глубоко верующий. Я вспоминаю, как он молился. Службы были всегда насыщенные, торжественные, продолжительные. А характер у него был, конечно, не мед. Впрочем, я считаю, что если бы я попал в его шкуру, я поступал бы так же, как и он, потому что по-другому нельзя было тогда поступать. Можно ли было на самом деле поступать так или нет, это, конечно, особый вопрос. Как говорил один мой знакомый врач, характер не лечится. И вслед за коротким относительным затишьем, наступившим после ухода десятки, всем в монастыре стало ясно, что наместник ничуть не изменился. Для отца Гавриила, выбравшего монашеский путь в 16 лет, храм и вообще церковь были самым, что ни на есть, родным домом. И он абсолютно естественно ощущал себя в монастыре безраздельным хозяином и всевластным домоправителем, поставленным на послушание наместника самой Царицы Небесной, покровительницей обители. Он очень по-своему, но остро и живо чувствовал ответственность перед Господом за монастырь и за веренную ему братью. А что думают о нем другие, его совершенно не интересовало. За 13 лет наместничества он ни разу не брал ни дня отпуска или выходных и держал всех в суровой узде. Хотя сегодня многие в Печорах вспоминают, что за этой его жесткостью и даже грубостью скрывалось по-настоящему отзывчивое сердце.
Отец Гавриил, как впоследствии выяснилось, тайно помогал многим людям, без преувеличения, сотням печерян. Это теперь мы, тогдашние послушники, понимаем, что наместнику не было никакого интереса, да и времени зловредно придираться к нам, как тогда казалось. Попросту отец Гавриил не терпел расхлябанности, а еще больше безответственности и небрежности в Божьем деле. Но все-таки характер у него и правда был, мягко говоря, не сахар. В те дни, когда я усердно постигал премудрости ухода за коровами и телятами и совершенствовал технику уборки навоза, меня вызвал отец благочинно и объявил, что с завтрашнего дня я становлюсь еще и подьяконом у наместника архимандрита Гавриила. Это прозвучало, как гром среди ясного неба. Быть и подьяконом у наместника считалось самым страшным послушанием в монастыре. Хотя обязанности и подьякона были совсем несложными. Во время богослужения помогать наместнику облачаться в священнические одежды, держать пред ним служебник с молитвами, да подавать настоятельский посох. Но, зная грозную натуру отца Гавриила, все очень меня жалели. Отец Иоанн отправлял меня на первую службу, как провожают на войну. И действительно, ни один мой самый незначительный просчет не проходил даром. Итак, после ночной смены на скотном дворе я должен был привести себя в порядок перед литургией и идти на послушание в алтарь. Но как я не отмывался под душем, въевшийся запах коровника до конца отбить не удавалось. «Фу, Георгий, но почему от тебя все время несет этим навозом?» Всякий раз морщился отец-наместник, как будто не знал, что именно по его благословению я ночь напролет убирал за 30 коровами, быком и десятком телят. Он даже специально завел в алтаре бутыль с французским одеколоном и обильно окроплял меня, прежде чем я приступал к своим обязанностям. Так что если и подьяконствовать я приходил, распространяя вокруг себя сугубо сельские запахи, то в коровник после службы возвращался напротив, источая тончайшие французские ароматы, к большому неудовольствию моих коров. В одной древней монашеской книге рассказывается. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была далеко от них. Утром надо было идти за ней, чтобы принести к вечеру. По истечению 3-го года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братьям и сказал им: «Приступите, вкусите от плода послушания». Эта история произошла 1500 лет назад в египетском монастыре во времена первого и великого христианского монашества. Но и в последующие столетия, вплоть до наших дней, подобных примеров силы искреннего послушания великое множество. Только сегодня духовники, если и будут требовать беспрекословного послушания, то в самых что ни на есть исключительных случаях. И не столько потому, что теперь меньше истинных подвижников-старцев, а от того, что нет истинных послушников. Вообще, подлинный, а не притворный, разыгрывающий роль старца-духовник всегда будет советовать, убеждать, порой настаивать, но никогда не станет подавлять волю христианина. А от священника, который настырно требует беспрекословного послушания во всем, и вовсе надо бежать, как от беса. В церкви различают то, что называется благодатным духовным послушанием старцам и духовникам, если, конечно, это истинные старцы и духовники, и дисциплинарное, административное послушание церковному священноначалию. Помню, как в некоторых случаях отец Иоанн и другие старцы посылали за ответом на какие-то вопросы к отцу-наместнику, говоря, что через него, как через игумена монастыря, Господь откроет свою волю. Но есть ли у монашеского послушания границы? Как говорил отец Иоанн, священноначалие следует слушаться всегда и во всем.
вплоть до того, когда повеление, например, игумена, кажется непонятным, нелогичным, даже опасным для жизни. На свете есть только один повод, когда послушник может, и не просто может, а должен оказать неповиновение, говорил отец Иоанн. Это если приказание противоречит евангельским заповедям. Но такого, слава Богу, на моем веку не случалось. А в остальном и правда послушание до смерти. Бывало и такое. Печоры представляли собой удивительно чистый и уютный городок с особым укладом, сложившимся за века вокруг древнего монастыря. Здесь счастливым образом сочетались православные культуры церковной Руси и бытовая аккуратность соседней Эстонии. Помимо того, что в Печорах, в отличие от большинства советских городов, было необычайно опрятно и красиво, здесь даже в 80-е годы молодые люди, собиравшиеся по вечерам на скамеечках, вставали, когда мимо проходил пожилой человек. Основную часть печерян составляли люди верующие. Сквернословие на улицах нельзя было услышать. Двери в домах, отлучаясь, здесь, как правило, подпирали палочкой, а если закрывали на ключ, то, не таясь, клали его под половичок. Наверное, кому-то из руководящих товарищей все это показалось ненормальным. И чтобы исправить ситуацию, в один прекрасный день в этом заповедном уголке решили разместить химиков. Так в те годы называли уголовных преступников, которым после тюрем и лагерей надлежало провести еще несколько лет в спецпоселениях. Эти новоселы сразу привнесли в жизнь города свои нравы. Начались драки, матерщина, поножовщина, невиданное здесь ранее воровство. Дошло до того, что грабители принялись кружить вокруг монастыря, обирая паломников. Однажды несколько бандитов явились в монастырь к святым воротам. Приставив нож к горлу сторожа отца Аввакума, они потребовали на следующий день принести им 100 рублей. Аввакум со всех ног примчался к отцу-наместнику. «Что хочешь со мной делай, отец-наместник, а я больше туда дежурить не пойду!» – вопил дед. Отец Гавриил лишь грустно взглянул на него и воздел руки к небу. «Горе мне!» — воскликнул он. «До каких дней я дожил! Монах может умереть на святом послушании и отказывается от этого. Кто умирает на послушании, сразу восходит в Царствие Небесное! Горе мне! До чего я дожил!» Эти слова пронзили старика Аввакума, как молния. «Прости, отец-наместник!» — вскричал он. «Я все понял! Да я за святое послушание! Благослови!» И, получив от отца-наместника благословение, Аввакум решительно зашагал к святым воротам умирать. Когда мы спросили, а что было бы, если бы Аввакума и правда зарезали, отец-наместник спокойно ответил: «Мы бы его отпели». Слава Богу, до этого не дошло. И хотя, как стало известно, наместник предпринял все меры для того, чтобы Аввакум остался жив и невредим, старый схимник, конечно же, не потерял награды своей. Как говорили святые отцы, Господь принимает не только наши дела, но даже искренние намерения и решимость. Дисциплинарное послушание наместнику в монастыре для всех нас было безусловным и, само собой, разумеющимся. Именно, подчеркну, безусловным, сколь это не покажется светским людям странным, глупым и нелепым. Даже у людей церковных такое прямолинейное послушание порой вызывает шок, возмущение, потоки гневных обличений. Целые тома исписаны на тему абсурдности и вреда послушания. Это не вина просвещенных авторов подобных сочинений. Просто они не понимают, что в монастырях своя жизнь, подчиненная особым законам. Цель и смысл этих законов далеко не все могут ощутить. Рассказывают, это случилось еще до моего прихода в монастырь, как-то в обитель на праздник приехал недавно рукоположенный диакон из Ленинградской духовной академии.
Он был учен, важен и со снисходительностью посматривал на невежественных монахов провинциального монастыря. У наместника в алтаре было любимое необычайно красивое кадило, такое огромное, что мы называли его «Вавилонской печью». В него вмещалось полведерка пылающих углей. Пользовался этим кадилом отец-наместник исключительно сам. Да оно и было таким тяжелым. Металл, позолота, камни, цепи, что только мощный отец Гавриил мог с ним справиться. Иногда, впрочем, под особое настроение, отец-наместник во время всенощной обращался, например, к отцу Иоанну. «Отец Архимандрит, совершите кождение». Отец Иоанн, которому и поднять-то такое кадило было непросто, смиренно кланялся, это к вопросу о дисциплинарном послушании, брал это кошмарное орудие и начинал кадить. Но очень скоро настолько уставал, что завершал кождение двумя руками, еле держа цепи. Отца-наместника это весьма веселило. А когда кто-то пытался высказать отцу Иоанну свое сочувствие, тот с удивлением говорил: «Что вы так возмущаетесь? Кому же меня и смирять, как не отцу-наместнику?» Но вернемся к питерскому гостю. Увидев висящее в панамарке чудесное кадило, он возгорелся желанием сейчас же применить его в деле. Пономари со страхом пояснили, что этим кадилом может священнодействовать только отец-наместник. Академист поднял насмех глупых провинциалов и решительно приказал поддать ему именно это кадило. Послушники Пономари, для которых выпускник духовной академии был почти небожителем, сдались. И вот питерский диакон предстал в алтаре, вознося перед отцом-наместником пылающую углями и дымящуюся благородным фимиамом драгоценную кадильницу, и торжественно произнес положенное: «Благослови, владыка, кадила». Наместник по привычке занес было руку для благословения и замер. Он просто не поверил своим глазам. Осознав, наконец, что его любимое кадило посмел взять какой-то питерский деканишка, отец-наместник тихим, леденящим кровь шепотом произнес: «Тебе кто это дал?» Диакон замер с вознесенным кадилом. Лишь рука его затряслась так, что на весь алтарь раздался зловещий звон драгоценных цепей. «Брось его сейчас же!» — повелел наместник. Академист совсем оцепенел от ужаса. «Брось, кому говорят!» В алтаре на полу были расстелены ворсистые ковры. Кадило пылало добрым ведерком углей. Академист впал в предобморочное состояние. Было очевидно, что в Ленинградской духовной академии они такого не проходили. Отец-наместник, не сводя с него глаз, поманил пальцем старого иеродиакона Антония и коротко скомандовал ему: «Забери у него кадило». Антоний молниеносно вырвал кадило из рук питерца. «Брось его!» – велел наместник. Ни секунды не раздумывая, Антоний разжал пальцы, и кадило с печальным звоном обрушилось на ковер. Пылающие угли тут же рассыпались, ковер заполыхал, стоящие вокруг бросились ладонями тушить огонь, ползая на коленях у ног наместника, а тот в дыму и пламени сверху величественно взирал на эту картину. «Вот как надо исполнять послушание!» заключил наместник и, обратившись к питерскому диакону, бросил: «А ты вон из алтаря!» «И в чем здесь смысл?» спросит у меня. «Разве это не пример самого настоящего мракобесия, самодурства и деспотии? Разве о таком послушании говорили святые отцы?» А мне и возразить-то нечего. Кроме разве того, что мы, монахи, и вправду какие-то ненормальные люди, если воспринимаем подобного рода вещи в целом как должное. Однажды нечто подобное случилось и со мной. Но тогда уже сам отец-наместник чуть не поплатился за им же воспитанное непреложное послушание.
Как-то поздней осенью я неделю проболел и, придя на всенощную в алтарь, увидел на столике, где обычно располагались книги и личные предметы отца-наместника, новую для меня и очень красивую вещь – старинный в золоте малахитовый подсвечник с восковой свечой. Печоры – это русский север, осенью здесь быстро смеркается, поэтому наместник и принес подсвечник в алтарь для чтения по книге, положенных на всенощный молитв. Но для моих молодых глаз в алтаре было достаточно светло, и поэтому я сообразил обо всем этом слишком поздно. В положенное время я, как обычно, взял служебник и раскрыл его перед отцом-наместником, но он сказал мне: «Возьми свечу». Я послушно положил книгу, взял подсвечник, ожидая дальнейших указаний. «Ну и что?» — хмуро спросил наместник, досадуя на мою недогадливость. «А что мне с ним делать?» Наивно поинтересовался я. Отец-наместник еще больше расстроился. «Что-что? Вышвырни его на улицу!» До сих пор помню, как это восхитило меня тогда. Мгновенно вспомнились древние подвижники, которые по приказанию игумена за послушание годами поливали сухие палки, бросались в море, шли по воде, выбрасывали в пропасть найденные на дороге слитки золота. Я представил, как выбегу сейчас из храма и изо всех сил запущу этим драгоценным, но, конечно же, бренным с точки зрения вечности подсвечником о каменную паперть, и малахит с зелеными брызгами разлетится в воздухе. Я так стремительно рванулся к двери, что наместник еле успел ухватить меня за подрясник. «Ты что, сумасшедший?» – испуганно спросил он, поспешно отбирая у меня антикварную вещь. «Но вы же сами сказали», — удивился я. Наместник оглядел меня действительно как душевно больного и произнес: «Георгий, не пугай меня. Зажги свечу. Разве не видишь, что здесь темно?» Наконец-то я понял, что мне следовало сделать. Сожалею, что не смогу исполнить настоящего древнего послушания, а заодно и стать свидетелем такого зрелища, как малахитовый салют. Я зажег свечу и, вздохнув, раскрыл перед отцом-наместником книгу. Уже упоминалось, что наместник совершенно не терпел, когда его приказания не выполнялись. Но вот загадка. На самом деле, не всякие приказания наместника мы исполняли, и даже напротив поступали порой совершенно противоположно. А он при этом нисколько не сердился и делал вид, будто ничего не замечает. Да и мы относились к такому ослушничеству совершенно спокойно, без малейших угрызений совести. Скажем, разгневается наместник на какого-нибудь не понравившегося ему паломника или на глупого дерзкого туриста и закричит грозно, указывая перстом: «Схватить его! Выкинуть вон из монастыря!» Мы, разумеется, со всех ног кидаемся исполнять приказания, а подбежав к несчастному шепотом, успокаиваем его и мирно припровождаем к воротам. Наместник все это прекрасно видел и молчаливо одобрял. И послушание исполнили, и с дурацким усердием не переборщили. Вообще отец-наместник прекрасно понимал, что нужно его монахам. А нужно им было лишь умножение веры и смирения. В древних монашеских патериках описывается немало историй, как игумены монастырей доставляли даже совершенным инокам поводы для смирения и незлобия. Как-то летом я дежурил на Успенской площади. Наместник в этот час, как обычно, вышел из своего дома, чтобы обойти монастырь. И тут к нему приблизился какой-то незнакомый мне крепкий хлопец. Я услышал, что он просит принять его в обитель. «А ты послушание исполнять готов?» – строго спросил наместник. «А как же, батюшка, любое?» «Неужели любое?» – поинтересовался наместник. «Так точно, любое!» – с жаром отвечал хлопец. В это время через Успенскую площадь ковылял старенький монах отец М. «Ну, если ты и правда готов на любое послушание, то подойди к этому деду и подай ему так, чтобы он улетел подальше», – велел наместник.
Вмиг хлопец подлетел к старому монаху и отвесил ему такого пинка, что старик рыбкой улетел на несколько шагов. Но тут же неожиданно резво вскочил и бросился хлопцу в ноги. «Прости меня, грешного сынок, прости!» Чуть не плакал монах, видимо, помыслив, что не весь чем разгневал молодого человека. «Да подожди ты!» — отмахнулся от него хлопец и снова предстал перед наместником, с готовностью ожидая дальнейших приказаний. Отец-наместник с искренним изумлением оглядел хлопца с ног до головы. «Да», — протянул он, — «ну ты, брат, и дурак». С этими словами наместник достал из кармана 25 рублей. «Вот тебе на билет, и поезжай-ка ты домой». А отец М., поклонившись наместнику, снова прихрамывая, побрел своей дорогой. Эта история вызвала в монастыре множество негодующих высказываний в адрес отца Гавриила. Но один очень независимого нрава, уважаемый и образованный монах, сказал: «На самом деле вы ничего не понимаете. Вот сейчас вы принялись осуждать наместника, а я не стану ни одобрять, ни осуждать его поступок. Судить о делах настоятеля не моя мера. Конечно, у нас все любят и почитают отца М. Вы нередко слышите, как его хвалят, а при случае ставят в пример. Все это отцом М вполне заслуженно. Но для него, как для монаха, весьма неполезно». Мы с интересом ждали, что он скажет дальше. «С одной стороны, — продолжал наш собеседник, — отец-наместник совершил по отношению к отцу М совершенно дикий поступок. Но с другой стороны, желал наместник этого или нет, он сделал для отца М самое драгоценное и полезное, что только можно сделать для монаха. Подарил ему то, что в монастыре больше никто не дерзнет для него сделать — возможность для смирения. Он сделал это грубо? Да. Очень грубо, согласен. Но помните историю про великого Аву Арсения, того самого, который до ухода в монастырь был знатным вельможей при императорском дворе в Константинополе и даже воспитателем царских детей. Однажды игумен в присутствии всей братии ни с того ни с сего отогнал почитаемого всеми Аву Арсения от братской трапезы и даже не разрешил присесть за стол, а оставил стоять у дверей. И только когда трапеза подходила к концу, бросил ему, как псу, сухарь. Братья монастыря потом спросила Аву Арсения, что он чувствовал в этот момент. Старец отвечал: «Я помышлял, что игумен, подобный ангелу Божию, познал, что я подобен псу, и даже хуже пса. И это правда. Потому он и подал мне хлеб так, как подают псу. Сам же игумен, увидев великое смирение Арсения, сказал: «Из него будет искусный инок». Наш собеседник помолчал немного и продолжал: «Вот так, через непонятное, загадочное для мира смирение, и только через него христианин приближается к одному из двух своих самых главных открытий в жизни. Первое из этих открытий состоит в том, чтобы узнать правду о самом себе, увидеть себя таким, каков ты есть на самом деле, познакомиться с самим собой. А это, поверьте, очень важное знакомство. Ведь огромное число людей так и проживает век, не узнав себя. Мы ведь имеем лишь те или иные представления и фантазии о самих себе, в зависимости от наших тщеславия, гордыни, обид, амбиций. А истина, сколь горьким нам это не покажется, такова, что мы несчастны и жалки, и нищи, и слепы, и наги». Помните эти слова из Апокалипсиса? Это открывается лишь через евангельский предельно честный взгляд на себя. Если хотите, это и есть истинное смирение.
Оно ничуть не унижает человека. Напротив, прошедшие через испытание этой последней страшной правдой становятся святыми, теми прозорливыми пророками и чудотворцами, которыми вы так восхищаетесь. «А второе открытие?» — спросили мы. «Вы сказали о двух главных открытиях в человеческой жизни. Первое — познакомиться с самим собой. А второе? В чем оно?» «Второе?» — улыбнулся монах. «Вы знаете о нем не хуже меня. Эту истину церковь терпеливо напоминает нам на каждой без исключения службе. Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистой Своей Матери и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец». Мы от души поблагодарили нашего собеседника. Прощаясь с нами, он сказал: «Но если кто-то из вас станет игуменом, не вздумайте даже помыслить подражать отцу Гаврилу и подобным образом смирять братью. У нашего наместника к этому делу особая харизма», — усмехнувшись, добавил он. «А благодарить надо не меня, а отца М. за тот урок смирения, который он нам всем преподал. Помните, как в древнем Патерике один подвижник ответил на вопрос, как можно стать настоящим монахом? Этот великий подвижник взял свою мантию, бросил на землю, истоптал в пыли и сказал: «Если человек не смирится вот таким образом, он не станет монахом». «Если человек не смирится, он не станет монахом. Ему не откроется Бог такой, какой он есть, не в книжках и рассказах других людей, а познанный на собственном опыте. И бесцельно пройдут годы и десятилетия. В осуждении будут самые высокие духовные саны – священство, игуменство, архиерейство». Вскоре после того, как митрополит Петерим забрал меня в Москву, мои отношения с архимандритом Гавриилом стали складываться не лучшим образом. Причиной тому послужил фильм, который я несколько лет снимал в Псково-Печерском монастыре. Митрополит Петерим купил для издательства редкостную в те 80-е годы любительскую видеокамеру. Я брал ее с собой в Печоры, чтобы запечатлеть неумолимо уходящую вечность жизнь монастыря и, в первую очередь, старцев. Через много лет из отснятых тогда материалов был сделан фильм о Псково-Печерском монастыре. Но однажды то ли кто-то наговорил отцу-наместнику, то ли эта мысль сама пришла ему в голову, архимандрит Гавриил решил, что я по заданию патриарха выискиваю в монастыре всякого рода недостатки и передаю святейшему отснятый материал. Как не обидно мне было услышать такое, как не пытался я объяснить ему, что у меня и в мыслях ничего подобного нет, но мои приезды в обитель даже просто к отцу Иоанну стали превращаться в серьезную проблему. Тут-то я и припомнил многочисленные рассказы о жестокости и своенравии наместника, жалобы на его подозрительность. Мои обиды и угрюмые помыслы, разумеется, не способствовали улаживанию наших отношений. Вскоре архимандрита Гавриила сделали епископом на Дальнем Востоке, но и это ничего не изменило. Дошло до того, что мы с ним еле здоровались, встречаясь на службах в Москве, о чем я со стыдом вспоминаю. Кем был я? А кем он? Епископ Церкви Христовой. Однако, как бы то ни было, из песни слова не выкинешь. Прошло 3 года. Я спокойно приезжал в монастырь уже при других наместниках. А вот в судьбе епископа Гавриила произошли изменения. Священники на Дальнем Востоке были совсем другими людьми, нежели печерские монахи.
о беспрекословном послушании, к которому привык владыка Гавриил в монастыре, здесь говорить было весьма сложно. И вот однажды в храме какой-то священник затеял весьма дерзкую перепалку с владыкой Гавриилом. Тот по своему обычаю грозно пресек его. В Печорах это было в порядке вещей, но здесь батюшка пришел в ярость и с выражениями, далекими от церковно-славянского языка, схватил один из богослужебных предметов, острое копье, и пошел с ним на своего архиерея. Надо знать владыку Гавриила. Он, как я представляю, хоть и был немало удивлен, но ничуть не испугался. За шиворот вывел дерзкого священника из храма и спустил его с лестницы. Священник написал жалобу в патриархию и даже обратился к светским властям. Снова была создана патриархийная судебная комиссия, но на этот раз все обернулось строгим церковным приговором. Владыка Гавриил был отстранен от управления кафедрой и запрещен в священнослужении на 3 года. Суд над ним проходил в Москве. В день, когда было объявлено решение, я сам, не зная, чем эта затея обернется, приехал в гостиницу, где остановился владыка Гавриил. Все-таки он был моим первым наместником, принявшим меня в монастырь, и мне было не по себе от мысли, что в такую тяжелую минуту все, может статься, оставили его, правого или виноватого. Мне вспомнилось то доброе, что было связано с отцом-наместником, и я решил хоть как-то, непонятно, правда, как, поддержать его. Я разыскал его номер в гостинице и уже собирался постучать, но вдруг услышал из-за дверей громкий разговор, точнее, настоящую перебранку. Я уже было решил сбежать по-добру-поздорову, но дверь шумно распахнулась, и из номера вышли 2 человека, чем-то до крайности недовольные. Вслед за ними появился владыка Гавриил со словами: «Вон отсюда, мерзавцы, пока я вас с лестницы не спустил!» «Начинается», — подумал я. Видно, на Дальнем Востоке у него вошло в привычку спускать с лестницы. В Печорах, помнится, такого не было. Сейчас чего доброго и за меня возьмется. «А ты что тут делаешь?» — грозно спросил владыка Гавриил, заметив меня. «Просто пришел вас навестить», — испуганно пролепетал я. Владыка мрачно оглядел меня с ног до головы. «Ну, заходи», — сказал он, пропуская меня в номер. Мы просидели с ним до позднего вечера. Владыка уже никуда не торопился. Он заказал в номер бутылку коньяка и какую-то еду. Мы вспоминали Печоры. Владыка рассказывал, как он открывал храмы в своей далекой епархии. Рассказал он, что 2 человека, только что столь неучтиво выставленные им из номера, были представителями какой-то альтернативной церкви, называющей себя катакомниками. Узнав, что епископ Гавриил отстранен от должности, они пришли к осужденному и, естественно, обиженному архиерею с предложением стать епископом в их церкви. На что владыка Гавриил им ответил: «Ну уж нет. Я в нашей церкви крестился. Здесь стал монахом, священником, епископом. Может, конечно, и плохим епископом, если церковь меня запретила. Но в этой церкви я родился, в этой церкви я и умру. Поэтому...» Далее последовала та самая, и, конечно же, совершенно неподходящая для архиерея тирада мерзавцев и о спуске с лестницы, невольным свидетелем которой я оказался. Владыка уехал в Хабаровск. Мы изредка переписывались. В письмах он открылся для меня с совершенно неизвестной стороны. Одно из писем начиналось словами из Псалтири, которыми царь Давид с благодарностью обращался к Богу в момент самого тяжелого испытания в своей жизни. «Благо мне, яко смирил мя Иси». Это было поразительное письмо. Но... кажется, в суете и круговороте дел я так и не ответил на него. Спустя 3 года с владыки Гавриила было снято запрещение,
и его направили епископом в город Благовещенск. Я к тому времени уже служил в Сретенском монастыре. Приезжая в Москву по делам, владыка стал останавливаться в нашем монастыре, чему я и братья были искренне рады. Один раз владыка Гавриил съездил и в Печоры. Рассказывают, на его службу собралось множество людей. Как водится, забыты были все старые обиды. Некоторые монахи и прихожане плакали, подходя к нему под благословение. Растроган был и владыка. Больше он в Печоры не приезжал. У нас в Сретенском нередко стали останавливаться и священники из Благовещенской епархии. Как-то я не удержался и спросил у них, каков их архиерей, добрый или грозный? Сам-то он очень добрый, но такой грозный. Дальше последовали рассказы, из которых я окончательно заключил, что характер не лечится. Много лет спустя я сопровождал святейшего патриарха Кирилла в поездке на Дальний Восток. В Южно-Сахалинск на службу к святейшему приехал и владыка Гавриил. Ему уже исполнилось 70 лет. В мою бытность в монастыре, помнится, ему было чуть больше 40. После патриарших служб и официальных встреч мы собрались небольшим кругом на ужин. Присутствовали несколько священников и один молодой епископ. Был и владыка Гавриил. Атмосфера за столом сложилась теплая и братская. Вспоминая о прошлом, я решился спросить у владыки Гавриила, как он жил, когда был в запрещении. Все, в том числе и молодой епископ, с интересом ждали, что же расскажет владыка. Ведь каждый понимал, что жизнь непроста, и с любым из нас может случиться всякое. От сумы до тюрьмы, как говорят, не зарекайся. Владыка не стал уходить от ответа и рассказал свою историю просто и совершенно не красуясь. После решения синода о запрещении он вернулся в Хабаровск. За несколько месяцев истощили все его средства, и он пытался устроиться в своей бывшей епархии то пономарем, то сторожем. Но новый архиерей не разрешил священникам брать прежнего епископа на работу в храмы и даже не велел пускать его в алтарь. Все эти годы владыка Гавриил подходил ко святому причащению, как и его прихожане, вставая в очередь к чаше. Сложив крестообразно руки, он называл священнику свое имя – епископ Гавриил, и причащался христовых тайн. В эти годы, как рассказывал владыка, для него очень важны были любовь и поддержка его паствы, а еще письма, которую он получал от тех, кто знал его прежде и в первую очередь от архимандрита Иоанна Крестьянкина. Работу владыка тоже нашел у своих прихожан. С весны до поздней осени он полол и охранял их огороды, располагавшиеся на каком-то острове на Амуре, неподалеку от Хабаровска. А зимой жил на заработанные летом деньги. Потом я спросил: «Владыка, вы прожили удивительную, интересную жизнь. Были молодым послушником в Одесском монастыре, когда там подвязался великий старец схиигумен Кукша. Жили в Святой Земле, трудились секретарем русской миссии в Иерусалиме. Долгие годы возглавляли Псково-Печерский монастырь, ежедневно общались со старцами, имена которых долго и перечислять. Потом создавали Дальневосточную епархию. Теперь вы епископ в Благовещенске. Какое время для вас было самым счастливым?» Владыка задумался и, наконец, ответил: «Самыми счастливыми были годы, которые я жил в запрещении. Никогда в моей жизни Господь не был так близко. Вы, может быть, удивитесь, но поверьте, что это именно так. Конечно, когда меня вернули к священнослужению и направили в Благовещенск, мне было очень радостно и приятно. Но та молитва, а главное,
та близость Христа, которую я пережил на моих огородах, несравнимы ни с чем. Это и было лучшее время моей жизни. Потом он снова помолчал и сказал: «Братья, не бойтесь наказания Господня, ведь Он наказывает нас не как преступников, а как своих детей». Больше он ничего не добавил. Но, наверное, не только я, но и все мы, молодые и не очень молодые священники, сидевшие тогда с владыкой за одним столом, запомнили эти слова на всю жизнь. Великий наместник. Говоря о себе, великий наместник Псково-Печерского монастыря отец Алипий во всеуслышание провозглашал: «Я советский архимандрит». И охотно подтверждал это высказывание и словом, и делом. В начале 60-х годов в монастырь с заданием отыскать повод для закрытия обители прибыли члены областной комиссии. Расхаживая по монастырю, они увидели паломников, обрабатывающих грядки и цветники, и тут же приступили к отцу Алипию. «А на каком основании эти люди здесь работают?» Советский архимандрит отвечал им: «Это народ-хозяин трудится на своей земле». Вопросов больше не последовало. В другой раз из Пскова с теми же целями была прислана еще одна, теперь уже финансовая, комиссия народного контроля. Наместник осведомился, кем уполномочены прибывшие лица. «Мы представляем финансовый орган, который...» Отец Алипий перебил их: «У меня только один начальник, епископ Псковский Иоанн. Поезжайте к нему за разрешением. Без этого я вас к финансовым документам не допущу». Проверяющие удалились, а через несколько часов псковский архиерей позвонил отцу Алипию и смущенно попросил допустить контролеров для проверки. «Звонок к делу не пришьешь, владыка. Пришлите мне телеграмму», — ответил отец Алипий. Вскоре поступила и телеграмма. Когда народные контролеры вновь предстали перед отцом-наместником, тот, держа телеграмму в руках, спросил: «Скажите, а вы коммунисты?» «Да, в основном коммунисты». «И получили благословение у епископа? У псковского владыки?» «Да. Пошлю-ка я сейчас эту телеграмму в обком партии». На этом финансовая проверка монастыря была завершена. Иван Михайлович Воронов, так звали архимандрита Алипия до пострига, 4 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны и прошел путь от Москвы до Берлина, а потом еще 13 лет держал оборону Псково-Печерского монастыря, защищая его от государства, за которое когда-то проливал кровь. И на той, и на другой войне отцу Алипию пришлось сражаться не на жизнь, а на смерть. Тогдашнему первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву во что бы то ни стало нужна была великая победа, не меньшая, чем победа его предшественника, чьей славе он мучительно завидовал. Для своего триумфа в грядущих битвах Хрущев остановил выбор на тысячелетней русской церкви и, объявляя ей войну, торжественно пообещал перед всем миром, что скоро покажет по телевидению последнего русского попа. Вскоре были взорваны, закрыты, переоборудованы под склады и машино-тракторные станции тысячи соборов и храмов. Упразднена большая часть высших духовных учебных заведений. Разогнаны почти все монастыри. Множество священников оказались в тюрьмах. На территории России действующими оставались лишь 2 обители. Троица Сергиева, Лавра, вынужденно сохраняемая властями как церковная резервация для показа иностранцам,
и провинциальный Псково-Печерский монастырь. Здесь против могущественной силы атеистического государства выступил великий наместник. И что самое прекрасное, он победил. В те годы вся гонимая русская церковь следила за исходом этого неравного поединка. Вести из Печор передавались из уст в уста, а позже участники и очевидцы тех событий записали свои свидетельства. Вот лишь некоторые хроники этих давних уже сражений. Зимним вечером в кабинет отца Алипия вошли несколько человек в штатском и вручили официальное постановление. Псково-Печерский монастырь объявлялся закрытым. Наместнику предписывалось уведомить об этом братью. Ознакомившись с документом, отец Алипий на глазах у чиновников бросил бумаги в жарко пылающий камин. Остолбеневшим посетителям он спокойно пояснил: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастырь не закрою». К слову сказать, сожженный документ являлся постановлением правительства СССР, и под ним стояла подпись Никиты Сергеевича Хрущева. Историю эту описал очевидец, преданный ученик великого наместника, архимандрит Нафанаил. «Сам я отца Алипия в живых не застал. Но вести речь о Псково-Печерском монастыре, не упомянув о нем, попросту невозможно. Мне повезло. Я застал многих монахов, живших при великом наместнике. А еще известных художников, писателей, ученых, реставраторов из Москвы, Ленинграда, Риги, собиравшихся в те годы в его гостеприимном доме. Для них он навсегда остался примером бесстрашного духовного монаха-воина, идеалом взыскательного и любящего отца. Несмотря на всю прагматичность и даже подчеркнутую приземленность отца Алипия, его крепкую практическую сметку, блестящее, часто весьма резкое остроумие, поразительную находчивость, многие современники, в том числе и монахи высокой подвижнической жизни, почитали его как святого. Архимандрит Серафим, обладавший в монастыре безусловным авторитетом, уже после смерти отца Алипия искренне удивлялся монахам, мечтавшим о далеких паломничествах к местам подвигов великих святых. «Что далеко ездить?» — недоумевал он. «Идите в пещеры, там мощи отца Алипия». «Господь не любит боязливых. Этот духовный закон как-то открыл мне отец Рафаил, а ему, в свою очередь, поведал о нем отец Алипий. В одной из проповедей он говорил: «Мне приходилось быть очевидцем, как на войне некоторые, боясь голодной смерти, брали с собой на спину мешки с сухарями, чтобы продлить свою жизнь, а не сражаться с врагом. И эти люди погибали со своими сухарями и не видели многих дней. А те, которые снимали гимнастерки и сражались с врагом, оставались живы». Когда пришли отбирать ключи от монастырских пещер, отец Алипий скомандовал своему келейнику: «Отец Корнилий, давай сюда топор, головы рубить будем». Должностные лица обратились в бегство. Кто знает, что на уме у этих фанатиков и мракобесов? Сам же наместник знал, что отдает подобные приказы не на воздух. Однажды, когда в очередной раз пришли требовать закрытия монастыря, он без обиняков объявил: «У меня половина братьев — фронтовики. Мы вооружены, будем сражаться до последнего патрона. Посмотрите на монастырь. Какая здесь дислокация? Танки не пройдут. Вы сможете нас взять только с неба, авиацией. Но едва лишь первый самолет появится над монастырем, через несколько минут об этом будет рассказано всему миру по голосу Америки. Так что думайте сами». Не могу сказать, какие арсеналы хранились в монастыре. Скорее всего, это была военная хитрость великого наместника,
его очередная грозная шутка. Но, как говорится, в каждой шутке есть доля шутки. В те годы братья обители, несомненно, представляло собой особое зрелище. Больше половины монахов были орденоносцами и ветеранами Великой Отечественной войны. Другая часть, и тоже немалая, прошла сталинские лагеря. Третьи испытали и то, и другое. «Побеждает тот, кто переходит в наступление», — говорил отец Алипий, и сам в точности следовал этой стратегии. Именно в те годы, каждый день сражаясь за монастырь, наместник восстановил из руин могучие крепостные стены, отреставрировал находившиеся в запустении храмы, безупречно профессионально раскрыл древние фрески, привел в должный вид настоятельские и братские корпуса. Будучи сам художником, он спас от продажи за границу произведения русских и зарубежных живописцев. В его огромной коллекции были Левитан, Поленов. Перед смертью отец Алипий безвозмездно передал эти шедевры в русский музей. Наконец, он насадил по всей обители такие дивные сады, цветники и вертограды, что монастырь превратился в одно из самых прекрасных мест в России. Для человека, первый раз оказавшегося в Печорах, независимо от того, паломником он был или экскурсантом, обитель представала как дивный, восхитительный мир, что-то совершенно нереальное в окружении неказистой советской действительности. Но главным подвигом отца Алипия было устроение старчества в Псково-Печерском монастыре. Старчество – удивительное явление еще и потому, что не пребывает на одном месте, скажем, в каком-то конкретном монастыре. Оно странствует по земле, неожиданно расцветая то в заволжских скитах Северной Фиваиды, то в Белобережской пустыне в Брянских лесах, то в Сарове, то в Оптиной. А в середине XX века оно нашло для себя приют в Псково-Печерской обители. И отец Алипий чутко уловил этот загадочный путь. Как самое драгоценное сокровище, он берег и умножал старчество в своем монастыре. Наместник сумел добиться разрешения на переезд в Печоры из Финляндии великих валаамских старцев. Принял после тюрем и ссылок опального иеромонаха Иоанна Крестьянкина. Его тогда тайно привез в монастырь епископ Петерим Нечаев. Приютил отца Адриана, вынужденного покинуть Троице-Сергиеву лавру. При отце Алипии возросло целое поколение старцев-духовников. Про некоторых рассказывается в этой книге. В то время создать и сохранить такое был настоящим подвигом. В те годы остервенелой антирелигиозной пропаганды представления о монастырях у большинства наших сограждан были совершенно дикими. Поэтому отец Алипий не удивлялся, когда ему задавали самые вздорные вопросы. С добродушным юмором, неотразимо доходчиво он приоткрывал перед людьми их простодушие и неразумное доверие грязной лжи и нелепым измышлениям. Как-то группа экскурсантов, искренних советских людей, остановила отца Алипия на пороге храма. В порыве праведного гнева они потребовали рассказать правду об эксплуатации высшим духовенством простых монахов, о притеснениях и вообще об ужасах монастырской жизни, вычитанных ими из газет. Вместо ответа отец Алипий загадочно спросил: «Слышите?» «Что слышите?» — удивились экскурсанты. «Что-нибудь слышите?» «Слышим, как монахи поют. Ну вот, если б худо жили, то не запели бы». Коммунист, гость из Финляндии, в присутствии своих советских друзей, задал отцу Алипию фирменный вопрос атеистов того времени. «А не объясните ли вы, почему космонавты в космос летали, а Бога не видели?» Отец-архимандрит участливо заметил ему:
Такая беда может и с вами случиться. В Хельсинки бывали, а президента не видели. Те, кому довелось в те годы побывать в Печорах, особо вспоминают знаменитое появление великого наместника на балконе его настоятельского корпуса. Появления эти могли быть самыми разными. Порой, особенно по весне, галки и вороны так досаждали отцу Алипию своими истошными криками, что он выходил на балкон с пистолетом и палил по птицам, пока те в панике не разлетались. Пистолет был, конечно, не боевой, просто мастерски сделанный пугач. Но вся картина — солнечное утро в монастыре, отец-наместник на балконе, хорошо поставленный рукой целящийся из внушительных размеров пистолета — все это производило на зрителей неизгладимое впечатление. Но, конечно же, не только этим запоминались выходы великого наместника на его любимый балкон. Еще более глубокие ощущения возникали у посетителей монастыря, если они становились свидетелями бесед отца Алипия, когда он, свесившись за перила, вел разговоры с собравшимися внизу людьми. Балкон был обращен на монастырскую площадь. С него отец-наместник мог в погожий денек любоваться своим монастырем, общаться с народом, а заодно и присматривать за порядком. Внизу на площади сразу собиралась толпа паломников, экскурсантов и жителей Печор. Дискуссии о вере или просто общение с отцом Алипием могли длиться часами. Всякий раз при этом наместник не упускал возможности помочь тем, кто обращался к нему с житейскими просьбами. И хотя тогда действовал категорический запрет на то, что называется церковной благотворительностью, отец Алипий поступал в этом вопросе лишь так, как считал необходимым. Вот что вспоминает архимандрит Нафанаил. «Отец Алипий всегда помогал нуждающимся, раздавал милостыню. Много просящих получали от него помощь. За это немало пришлось ему претерпеть. Отец Алипий защищался словами Священного Писания о необходимости оказывать дела милосердия и утверждал, что дела милосердия не могут быть запрещенными. Это неотъемлемая часть жизни Святой Православной Церкви». А вот воспоминания диакона Георгия.